Так, привет всем. Сегодня будем делать ремонт вот такой мышки. Logitech, мышка беспроводная. M305. Сейчас мы ее разберем. В этой мышке у нас не работает кнопочка. Вот это левая. Точнее, она работает, но некорректно. При нажатии на эту кнопочку получается вместо одного клика двойной клик. Хоть и мышка старенькая, но жалко ее выбрасывать. Тем более, что сейчас новая такая стоит в районе 250 гривен, там плюс-минус. Как бы 250 гривен выкидывать не очень хочется, что-то на уме даже уголочек треснутый. Но все равно жалко. Попробуем ее вылечить. Так, что мы здесь видим? Вот у нас эта кнопочка. Сейчас попробую показать. То есть вот у нас эта кнопочка, где впаяна. Вот она. Сейчас мы ее попробуем заменить. У меня есть вот такая проводная мышка. Miracle называется. Мы ее используем в качестве донора. Эту мышку. Ага, кнопочки видим, только расположение у них чуть-чуть другое, но я думаю, что подойти она должна быть размером такая же самая. Сейчас еще контакты гляну, если подходят, то будет замечательно. Кнопочка на три контакта. Это тоже на три, но в принципе должна подойти. Будем выпаивать. Так, итак, паяльник нагрелся. Начнем процесс выпаивания кнопочки. Сначала с мышки донора. Так, кнопочка выпаяна. Так, кнопка есть. Так,
Теперь нужно заменить поломанную кнопочку. Ce grand lit blanc, je t'écoute et je n'entends plus que le son de ma voix. Ce silence est magique, ce silence est tragique. Je ne ressens que la douleur et ses pics. Si d'attraction en attraction, on s'était juste posé une fois la question. Juste une fois, cette fois. Maintenant, laisse-moi. Thank you.
encore une fois cette histoire si jolie. Encore, encore une fois ces étoiles qui brillent le jour et la nuit. Так, проверили, все работает. Можно собирать дальше.